Фан Видео представляет фильм Александра Ишханова «Неделя в Лазаревском». Фильм первый. Волконский дольмен и водопады «Чудо-красотка». Тропа к дольмену начинается у бесплатной парковки у Сочинской автострады. Отсюда по хорошей тропе за 5-7 минут доходим до дольмена. Этот дольмен особенный. Обычно дольмены строились из плоских камней, а этот монолитный, вырублен в огромном валуне. Это единственный в мире сохранившийся дольмен подобного типа. Сразу за дольменом сероводородный источник. Попробуем водичку. Какая гадость! А кому-то нравится. Пьют с удовольствием, еще и бутылочки наполняют. Идем дальше, через мостики по живописному лесу. Пройдя еще немного, выходим к потрясающему гроту «Два брата», который образуют два огромных валуна. Нетрудно догадаться, что эти валуны и есть братья. Просто сказочное место. Всего маршрут по Волконскому ущелью небольшой, примерно 600 метров в одну сторону. А теперь отправляемся на водопады «Чудо-красотка», которые находятся при выезде из Салоников в сторону Сочи. Вначале маршрут проходит через большую пикниковую поляну с множеством кафешек. За поляной – касса экологической тропы, но она работает только в сезон – 100 рублей с человека. Всего здесь три водопада. Кроме «Чудо-красотки» есть еще водопады «Ласковый» и «Мираж». Но туристы обычно находят только два. Дело в том, что водопад «Ласковый» не воспринимается как водопад из-за своих небольших размеров. Самым популярным считается первый по ходу водопад «Чудо-красотка». Здесь можно и искупаться, несмотря на прохладную воду. А с панорамных точек можно полюбоваться его грандиозностью. Водопад «Чудо-красотка» и вправду, и чудо, и красотка. Трехкаскадный водопад «Мираж» также очень красив, да и по высоте он 12 метров, на 2 метра выше «Чудо-красотки». Но сравнивать эти водопады по красоте некорректно, они очень разные. На обход всех водопадов уходит примерно час, но желательно остаться в этом раю хотя бы часа на 4. Это было в мае 2019 года.